Ребят, привет! Мой обзор продуктов в магазинах США продолжается, и сегодня мы с вами приехали в Trader Joe. Будем исследовать, что есть там. Пошлите. Вот этот хлеб, Ezekiel Bread, вообще мой любимый. Обычно он в разных магазинах продается в отделе заморозки, но тут он лежит у них прям, где все хлебобулочные изделия. Этот хлеб сделан из пророщенных зерен, включая пшеницу, ячмень, рожь, нут, чечевицу. Он богат белками, клетчаткой, витаминами, минералами, все 18 аминокислот, включая 9 незаменимых. В общем, очень рекомендую. Заготовленная заранее чечевица, тут ее несколько видов, и ее нужно просто подогреть. Или можно есть холодной в салатах. Вообще чечевица – это одно из самых полезных бобовых растений. Она богата белком растительным, клетчаткой, немного минералов, антиоксидантов. Плюс здесь есть много железа, калия, магния, которые полезны для наших костей, сердца и мышц. Ну и учитывая то, что в принципе чечевица достаточно долго варится, там в сравнении с другими крупами и гарнирами, то хорошо иметь уже готовую. Она на пару приготовленная, ее можно просто разогреть или прям так холодной употреблять. Мне очень нравятся вот такие вот заготовленные, нарезанные овощи тем, что тут они продаются в маленьких контейнерах. Ты не будешь переживать, что может пропасть. То есть если большими порциями брать какими-то пакетами, да, по-любому сразу все это не съедается, какое-то время лежит и под конец может быть испорчено. Для разнообразия хочется, ну, одну порцию, допустим, съесть и все, и больше не хочется. Поэтому маленькими порциями прикольно. Здесь морковь, лук и сельдерей. Это, кстати, можно какое-то рагу в жаркое использовать. Так, эдамами мои любимые. Тоже очень богаты белком и клетчаткой. В них тоже содержится много минералов, включая витамин К, железо, калий, магний. Ну и они очень хорошо насыщают за счет того, что там много белка и клетчатки. Давайте посмотрим на порцию. Из 85 грамм, 9 грамм белка. И 6 грамм клетчатки. Мне нравится то, что они уже почищенные. Хотя я иногда люблю и самой их очищать во время еды. Вот еще салаты в более маленьких контейнерах. И мне нравится, что выбор салатов тут необычный. То есть по сравнению с другими магазинами какие-то более, ну, непривычные, скажем так, сочетания. И очень хорошо, что в них добавляют бобовые, либо зерновые какие-то. Вот, например, в этом кускус и красное киноа. Супер вообще. Обычно у людей часто не хватает в рационе зерновых и бобовых. Или вот здесь тоже кускус добавлен. Прикольно. Еще смородина сушеная. Вот мне нравится. О, вот этот салат, кстати, прикольный. Со сладким сочетанием мяса. Мне нравится тоже. Оп, салат достаточно калорийный. 400 калорий на... А, ну на всю порцию. Ну, значит, здесь он, в принципе, не очень калорийным сделан. Обычно этот салат, коп, считается как бы одним из самых калорийных. Здесь он более-менее нормальный. Вот эта закуска табули мне тоже очень нравится тем, что в ней, опять же, есть булгур, зерно. В нем очень много тоже витаминов содержится. И он в сочетании здесь с помидорами, с зеленью. То есть прям очень много вот здесь вот витаминов, клетчатки. Тоже прям советую. Даже самим, в принципе, можно делать такой рецепт. Ну, либо вот в Trader Joe можно взять. Вот еще один пример салата. Короче, не успела я ничего снять, меня выгнали. Ну, вернее, не выгнали, сказали, что снимать нельзя. В магазине только с разрешением. Я, честно говоря, первый раз с таким сталкиваюсь. Надо почитать законы. И не знаю, что теперь делать. Либо просто по картинкам вам показать остальной свой список или пробовать ехать в другой Trader Joe. Но уже не сегодня, потому что сегодня уже поздно. Оставайтесь на связи, как говорится. Прошло несколько дней.
Я приехала в другой Trader Joe, почитала законы. Если я правильно понимаю, законы я не нарушаю, снимаю в публичном месте. Но магазин считается не совсем публичным, это типа частная собственность. И они имеют право устанавливать свои правила. Я могу, если что, нарушить только их правила. Буду пробовать еще раз. Сегодня я вместо большого фотоаппарата и штатива взяла просто телефон. И поэтому мое видео будет похоже на видео, снятое скрытой камерой. Поэтому прошу понять и простить, но думаю, главное вы увидите. Итак, мы остановились на этом кажущемся бесконечном параде прекрасных салатов. Выбирать буду по интересным вкусовым сочетаниям и смотреть, чтобы как можно больше было продуктовых групп, особенно цельнозерновые и белок. Тут у нас мексиканский салат. В его состав входит грудка, зелень, кукуруза, перец, вяленые томаты, тыквенные семечки, сыр и соус цезарь с острым перцем. Он будет очень сытным, потому что здесь есть клетчатка и белок, куриная грудка, да, и много зелени, плюс кукуруза, ее можно засчитать за цельное зерно. Засерванное и сытное. Салат с лимонной курицей и рыбкой в марокканском стиле. Включает в себя кускус, красную киноа, петрушку, мяту и сладкую смородину. И здесь острая заправка из красного перца. Тут 410 калорий на всю коробку. Это будет отличным сытным обедом или ужином, сбалансированным. И я вывожу список ингредиентов на экран для того, чтобы вы в том числе вдохновились и, может быть, сделали свои подобные салаты. Салат с курицей вкуса барбекю. Тут листья салата, собственно, курица, фасоль, кукуруза, молотый красный перец, полоски тортильи, сыр Монтерей Джек и заправка барбекю соус и ренч. Супер салат из шпината. Молодой шпинат, киноа, морковь, сушеная клюква, маленькие помидоры, нут, эдамами, тыквенные семечки и заправка на основе мисо-пасты с морковью, имбирем, красным луком, белым винным уксусом. Мне кажется, это просто взрыв вкуса. И плюс тут и бобовые, два вида, нут и эдамами, и киноа. Все они богаты клетчаткой и растительным белком, а также микронутриентами. В сочетании еще со шпинатом салат просто упакован питательными веществами. Салат из нута, кейла и хрустящего красного риса. Заправка из авокадо с уксусом и специями. Тоже два вида сложных углеводов, нут и рис, несколько видов вкусов и текстур, хрустящий кейл и рис, плотный нут, мягкий авокадо. В общем, очень вкусный, сбалансированный и сытный салат. Все салаты не содержат слишком жирных соусов, которые могут добавлять лишние калории, как это бывает иногда. Вот еще салат с грудкой и кускусом, с сыром, сушеной смородиной, орешками пекан и сладким соусом с базиликом. Тоже опять несколько текстур, несколько разных оттенков вкуса. Есть и белок из куриной грудки, и зерно, кускус, и зелень. Тоже богат микроэлементами, сытный. Покажу вам теперь, что еще есть стоящего в холодильном отделе. Вот эта готовая курица справа, она уже нарезана. Просто достаешь и ешь. Можно добавить в салат, как я чаще всего делаю, или есть гарниром подогретую. И вот эти замаринованные в разных соусах куриные грудки тоже классная штука. Их надо готовить. Я делаю в эйрфрайере, например. Обезжиренный фета-сыр. Хороший способ сократить калории и уменьшить количество насыщенных жиров в рационе. В нем также много кальция, белка и также там есть пробиотики. Можно использовать его, например, в омлете, в салатах, как топпинг к пицце, к тостам. Сосиски с прекрасным составом, без добавленного сахара, низкое содержание соли, немного калорий, минимум жиров и приличное количество белка, где-то плюс-минус 16 грамм. Бывают самых разных вкусов, какие только можно представить. Соус цацики – хороший источник белка, кальция, пробиотиков, и он не калорийный. Цацики – отличный соус к овощам, лавашу, мясу или морепродуктам. Его можно использовать в качестве намазки, например, для бутербродов. Также можно использовать в дополнение к салату или боулу, или еще его используют как маринад для курицы, баранины или говядины. Мне еще нравится вот этот гвакамоле с уменьшенной калорийностью. Тут используется греческий йогурт с
составе, в результате чего в нем на 50% меньше жира и на 40% меньше калорий, чем в обычном гуакамоле. Авокадо, конечно, полезен, но еще он калорийный, поэтому тут идеальный состав. Дальше перейдем к специям. Вот эти две вам нужны обе. Everything but the bagel хороша для топпинга чего угодно. Яйцо, авокадо, тост с рыбой, много куда оно подойдет. Элот, блин, это мой новый любимчик. Легкий намек на пряность, остроту, но также сырный вкус. Я добавляю его к овощам. Я собрала для вас идеи блюд, которые можно приготовить с этими специями. Ссылочки ищите в описании к видео. Персики, замаринованные в виноградном соке. Мне прям напомнили традиционные русские мариновки на зиму. Очень вкусный с творогом, например, или с йогуртом. Что еще из консервов тут интересного? Вот этот мут с петрушкой и лимоном и тмином в средиземноморском стиле. Простые ингредиенты, хороший вкус и бобы, приготовленные с идеальной текстурой. Мут сам по себе очень полезный, он богат растительным белком и клетчаткой, варится он долго, поэтому в консервах его покупать уже готов и удобно. Консервированный мут также полезен, как и вареный. Его можно смешать с тунцом и помидорами и бальзамическим уксусом, и это будет традиционным средиземноморским блюдом. Можно его использовать в качестве гарнира птицы или рыбе, или выложить поверх греческого салата. Гигантская белая фасоль в томатном соусе. Ее можно просто выложить на тост, добавить зелени, и это уже будет полноценное блюдо. Можно добавить сыр фета, или можно сделать тост с авокадо, сыром и этой фасолью. Вот этот соус – это как бабушкина баклажанная икра. Можно и с хлебом, с любыми мясными блюдами. В нем всего 15 калорий на столовую ложку и всего 0,5 грамм жира. И в отделе заморозки в Trader Joe тоже можно встретить смеси с цельным зерном. Например, вот этот микс из риса, перловки, горошка, моркови и кабачка. Несмотря на то, что здесь только растения, здесь также есть растительный белок 15 грамм на всю порцию. И по калориям здесь 540 калорий на весь пакет. Еще в отделе заморозки мне нравятся вот эти ньокки или клёцки из цветной капусты. В них меньше калорий по сравнению с клёцками из картофеля. И они являются хорошим источником клетчатки. Один стакан содержит 6 грамм клетчатки вместо 2 грамм, содержащихся в картофельных клетках. Еще мне нравятся вот эти бургер-патис, да, или котлетки, например, из лосося и рыбы махи-махи. Если мы сравним их, то оба вида рыбы относительно низкокалорийные, оба вида являются отличным источником белка. Что касается омега-3 жирных кислот, то, конечно, котлеты из лосося содержат в несколько раз больше омега-3. Если на 4 унции в лососе 1,5-2 грамма омеги, то на 4 унции в махи-махи 0,3 грамма. Но при этом оба вида рыбы являются хорошими источниками витаминов и минералов, хоть набор их и немного различается. Например, в лососе очень много витамина В12 и витамина D, а махи-махи является хорошим источником витамина В6 и калия. На вкус махи-махи более мягкий, нет выраженного рыбного вкуса. Эти котлетки вы можете подавать как в составе бургера, но и можно их просто есть, например, подать с гуакамоле, полив немного лимонным соком или любым любимым соусом. Вот эти еще шримбургер патис хорошие из креветок. Всего 90 калорий на котлетку и 16 грамм белка. Вкусно подавать салатом из капусты и любимым соусом, например, может соевым. На сайте Trader Joe даже есть рецепт салата именно с этими котлетками. В его состав входит зелень, заправка для салата мясо с морковью и имбирем и нарезанный редис. Хлопья Heritage содержит микс из нескольких зерен. В них много клетчатки, 7 граммов на порцию, поэтому они очень сытные. Клетчатка также способствует здоровому микробиому кишечника и укрепляет вашу иммунную систему. В этих хлопьях тоже 9 грамм клетчатки на порцию. Состоят они из цельнозерновой муки, кукурузной муки и цельного зерна кукурузы. Ну все, как видите, на этот раз меня не выгнали, все прошло хорошо. Спасибо, что досмотрели это видео. Надеюсь, вам было полезно. Кстати, пишите в комментариях, что вы покупаете в Trader Joe, какие ваши любимые продукты. Все, всем пока!